Загорелся павильон, расположенный на верхней площадке автовокзала. Об этом сообщил один из жителей Мурманска в социальных сетях. Он же сумел запечатлеть происходящее на видео. Недавно торговые павильоны были подготовлены к сносу, часть конструкции была демонтирована, возможно, поэтому в помещениях комплекса и произошло возгорание. А вот дело в коротком замыкании, неотключенной пока проводки, или же в том, что кто-то решил ускорить снос зданий, предстоит выяснить экспертам. Стоит отметить, что с задачей ликвидировать возгорание спасатели справились оперативно.